Блиц? Надеюсь, ты нажмешь. Так, кто это, ты? Это я. Отлично. Ну так, давай я пойду. Ногу со мной в дурака. Сейчас у нас тут партия идет. Что делать, блин? Давай, блин, вспоминай. Ты чё, сумасшедший? Вот. А. Мы только в ЗС пойдем или в ОКО тоже? Не знаю. Я войду мат поставить. Рокал. Давай еще раз. Про КГП мы не давай. Ты белыми, да? Да. А во что вы играете? Шахматы. Шахматы? А ритуалы в Дискорде. Так можно было? А я умею кубики собирать. Я в дурака еще. Красавчик. Го в дурака. Ну это понятно. Каждый дурак умеет в дурак. Короче, скачайте на телефоне приложение «Дурак» и ищите меня. Кто хочет, пишите в комментариях. На чё, на раздевание, Алис? Плюс 8 лет. Мастеру кто-то писал? Что это? Galaxy Lord, это шарпистул? Да. А что это ты мне скинул? Кому? Джованни. Да. Да. Говорю, что это? Заходит на сервер. Ой. Не знаю. Это случайно ссылка на мой сервер. Зайдем. Мы не трогаю это. Сдохнем от пираньи все. Страшно. Дурак онлайн, блядь. Алиса, пиздец. А чё нет? А, блядь, у меня в полпроспеке лужа не вкачена. Блядь, ресните меня. Я мёртвый. А вас застекло, иди, пожалуйста. Ресните.
Алис, ты видела фиксы? Чего? Фиксы, анхоли танк. Да, видела, блядь, уже давно, чем. Сегодня вообще. Давай... А что, сегодня его полностью сломали? Там взрыв трупа только профиксили. 6,25% максимального хп теперь. Урон. Хардру бахнули, кстати. Ну, в курсе. Пило раньше по 18, а теперь по 4. По я посчитал твой с бафом, типа 5к должен взрыв трупа. Да мне все равно фрост более по душе, если честно. Типа, если рассматривать все три спека, не знаю, мне просто фрост нравится. Сейчас Войд бы тебе сказал, конечно. Ну, он в шахматы играет, так что. Так что. Еще раз. Что-то вы быстро в шахматы проебываете. Блиц 3 минуты. Блять, ты заебал, хватит. Блять, я кинул лучше, чтобы они на меня не пошли, на меня пошли, а чтоб они чтоб выехали. Сколько там уже? А чё за... Как эта ачивка там называется? Кто знает? Там? За минуту кровавая убить. Рыбалка. За минуту кровавая рыбалка? Суровая. О, суровая. Всё, я ебал. Сурово пробачили. Блять, жесткие. Войд спам. Может, кто-то пришел.
Всем здоров. Хай. Привет. Я так и знал, что ты к 8 придешь. Логично. Ой, точнее, к 7, мастер, прости его. Блять. А вы что, еще не собрались, что ли? Нет. Куда? Нету стоит? Людей. Нету царя, нету турбо. Тёмы нету. Мы не будем. Войт там шансун плюсует. Войт занят. У тебя ассист есть? Шарп. Я тоже занят. Маликет. Там сосёте друг другу, что ли? А, Маликет уже дал. Давай еще раз. Шахматы будем. Принимай. Да тут нечего уже делать, давай еще. Ну сдавайся. Так там нажми. Вот я нажал эту хуйню. А, вот все. Да, все. О, нормально, давай. Вы заебали картежники, ну. 3-0 или 4-0 уже? 3-0. А сейчас на ГП играем. Тёма не будет сегодня? Не, не будет. Войт, может, ФГ будете собирать? Два слота осталось. Войт, по-моему, АФК. Ну, точнее, он не Войт. Ты чё там, вечный шаг делаешь, что ли? Ну, могу тебе ничью подарить, но я не буду. Давай, это делай что-то. Ух. Ты чё творишь, бля? О, сука. Ты выёбывался, я тебе ГП дал. Сука. Я цитнут, кстати. Давай там мат какой-то придумывай.
Блять! Зайду пока на две ногой. Сука! По времени выиграл, по времени. Ты долго думал, ё-моё. Да пиздец, невозможно играть на 3 минуты. Ну это... Нормально подумать, нет времени. Да. Дольше думать там интереснее. Наоборот, не так встаёт интересно, потому что тебя ничего не поджимает. Да знаешь, можно и полтора часа сидеть думать, а потом как подожмёт, блядь. В туалет. Разве туда только? Ты что, ГП ебанул, реально? Кто? Ну ладно. Чё, Алиса в шахматы? Алиса карты только. Карты для дураков. Картёжница. Ну да. Чего, сделали ачиву на бешеных? Да, конечно. Да, 40 штук сделали. Блогу. Я не сделал. Играл свой дом без шахмат. Ну, короче, кто-то, либо турбо, либо царь, и этот прости еще придут шаманом. Пока можно бить, я думаю, слепца можно убить. Поэтому... Так, луки есть у нас тут? Давайте, шкаф ставьте, и начнем бить трэш. Ну, слепца можно убить, или кого там, гидроса? Где, или кого ли слепца? Гидроса в 4 хила мы не убьем. Слепец, манекен чуть ли, босс. Слепец, да. Но гидроса не убьем. Дойдем на слепца. Гидрос сложнее будет. Там захил нужен. А слепца на вихре тоже нужно захилить вообще-то. Там поменьше хилить. Да там просто это. Если отбегать. Мосса заходить. На гидросе танков надо хилить. Войт, у тебя. А, это у мастера брюли есть? То есть. Хуёли, блядь. Он как бы стандартный мастер. У тебя нету думал... мастер? Я думал, он скажет хуястер. Шарпистул уебавший, блядь, про ловушки, блядь. Блядь! Хуястул. У тебя брюль есть? Хуебрюль. Хуебрюль только есть? Хуюль. Не, бля, нет вообще. Ни у меня, ни у царя ничего нет. Вы бомжи? Да. Ну как, не везучий. Получается, нахуй, на форум банит. Чё, идём на слепца, да? Ой, блядь, слепца. Идём на слепца. Шкаф Лока. Сначала трэш надо почистить, слепцы выбрать. Кого сум плюсуйте? Сумой надо чувана в чай первый шансунга, блядь. Сумой у них всех троих никто не принимает. Не, ФК, надо идти трэш бить, давай. ГП нахуй. Не, соки покупаем, сейчас приму. А мы сейчас куда вот это? Это на этого? Мы не туда пошли, да? Это на гидрос идем. Пойдемте на другой. Какого нахуй гидроса, блядь? Мы идем вон на туда. На слепца. Идти. Пошлите на слепца, раз туда. Слепец это сюда, да? Да. Чуан, там надо... У тебя репа за шатрат фулл? Ну сюда по мостику идите. А, или так, без разницы.
Разве не еще левее там? Куда? Туда, можно тут весь трэш выйдет. Вон, туда. А, ну вы зря на мошке зашли, может было по воде дальше идти. Да можно туда, можно было, без разницы. А ну, тут скрыт не обитает. Обитает? Ну да. Ну а как это назвать? Живет тут. На болоте этом. Дальше можно подниматься, там не согреться. Вот тут надо чистить. Вперед только, да. Вот тут налево вроде, да? Вон. Вот вперед. Ну вперед, да. Вперед. Вперед это куда? И там еще... Вон на карте тангую. Вперед это вот сюда, где звезда, да? Да. Да, это сюда. Это и потом вот туда. Отлично, давайте вперед. Ульти маленький, пока что большой пошел. Стой, по хилы приду. Да, эти хилы, они одну кнопку тыкают. Да, хилы для собаков вообще. Так. Блядь, не буду тебя хилить. Вниз вы скажи. Не надо. Где второй бродила? Это глазастик говорит. Это глазастик, да. Не хилил. Ну все, в этом не сильно. О, лиса упала. Лиса дно. И кто-то, наверное, не знает, что ВБ отбрасывали. Ну да, лиса 100 раз ходит, не знаю. Лиса уже каждый рейд падает тут, да? Я понял. Нет. Да, в прошлом рейде тоже. Да, в прошлом рейде раз 5 упало, наверное. Я упала не из того, что откидывают, а из того, что я дебил. Да, это суть не меняет никакой. Она сейчас сдохнет еще. Ну давай. Я, блядь, говорю, я из трэшев сижу. Веди его сюда, куда нам идти надо. Что ты там встала? Тогда сказал, что нам нужно колосса убить, вот. Тебе сказал. Где колосс? Они с двух сторон. С двух сторон. Вот этот квадрат, да? Ну давай убьем. Да. Надо квадрат. Слева идет. Слева колос, а справа тоже колос. Колос. Так, справа колос, а слева. Сука, логично. С двух сторон колосы, ё-моё, что делать? Рейнджу набрать. А то сдохну. Только смотри, стоит просто. Ё-моё, он побежал, сейчас колос на него побежит. Стой, не двигайся! Нет. Ё-моё. А поедете все? Микстурка, согрей его и стой там наверху. Убегай! Беги! Бегите! Глупцы! Ё-моё, два колоса, что же будет? Сейчас пойдет болезнь. Ничем. На этом они первом, вроде... по-моему, нету болезни на квадрате. Ладно. Это на квадрате нет. Цели. У каждого разные скиллы, блядь. Как повезет. Ладно, надеюсь. Квадрат добрый. Здесь тот, который микстурка держит, тоже добрый. Он тоже добрый, да. Он тоже добрый. Можно забить. Обстоятельства. Ну, если вылезут еще два колоса маленьких. Возможно, возможно, возможно будет лужа. Колосята. Колосят. Вот, нет, много маленьких колосят. Чё тебе Войт, колосят? Даю инфуз. Дамаж. Инфуз, что это? Ну, придание сил. Где ты так шахматы научился катать? Ну, вообще у меня разряд есть. Я в Ростове лет 6 назад занял 5-е место в Ростовской области на чемпионате. Какой разряд? 3-й официальный, а так я потом еще где-то года 2 ходил. Мне разряд не давали, но я ходил. А на чем затормозился? А, ну типа я играл, когда был в нашей школе, потом старше. Ты начал играть в Вовку просто и забил хуй на шах. Да, скорее всего. Вовка начал играть 2 года назад. Когда третий сдал, сколько лет было тебе? Что говоришь? Когда сдал на третий разряд, сколько тебе лет было? Ну, меньше. Вот из этих маленьких лужи появится. Из этих маленьких лужи появится. Даже меньше 11, наверное. Нифига ты. Всемиром будете комментировать, что здесь происходит. Вы заебали уже. Здесь, короче, лучше подписывать. Мелики взяли раньше-то. Тут шейпер, нехуя ФКш. Точнее ему. Происходит лужа. О нет. Надо убежать. Блять. Хилы, не умрите. Два хила погибло. А чё она нахуй не показывается?
Может, она в текстурах, блядь, под мостом. Оранжа огромная. Это невидимая лужа. Мастер, достань ее из текстур. Чё, слабак? Так, фелшар сейчас умрет, смотрите. Нет, чё, слабак взрываться на лужу, на? И побежали, конечно. Главное. Или с этих людей. Я в 255-213. Красавчик, не иначе. Чё за трини? Ну-ка, Линканика, трини нам. Ну, с такими тринями и я бы давал 13. Ты и так даёшь 13, блядь. Я вообще 14 даю, у меня шея вообще есть. Скорпион можешь нахуй выкинуть, короче. По ска там или по ком там. А просто ауешки, да и всё. Ща, блядь, такой вайп, но... Проверенная тактика, просто уешь. Ну типа я чешку уже полгода выбиваю, все нормально когда. Сбираешься откадывать. Наступило время в Дуне чешку. А, меня вчера назвали, блядь, этик, да? Кидалом. Мастер кидала. По факту. А чё кинул? Ты чё, на РДД чешку кинул, да? Чешка РДД кинул? Я как кинул? Я написал анрол, блядь. Ну не буду больше. Да, в этот... Рулил, в РСке вчера? Да. Я... Лучше б запал поликастерс. Он ничем нахуй не поможет. Запал лучше бы падали и всё. Мне они нужны тут. Кому там запа нужно? Мне, желание. Парь еще есть. Ну-ка, я видел, что опрос, у тебя есть. Небольшой вопрос. Какой первый класс, который вы начали играть в WoW первый раз? Прям вот первый раз вы сели в эту игру. Какой класс вы создали? Да. Друид? Нет, но есть ли наличие? Давайте угадайте, какой первый класс создал я. Ну ты дегенерат, мы угадаем. Рога. Нет, нет, ни рога, ни вар. Одна попытка. Шакая, прист, прист, прист. Нет. ДК. Паладин, маленький канал. Я хотел сказать, паладин. Это походу, блядь, каждый третий. Мастер, ты же сказал, что дегенерат. Ты должен был сказать то, что паладин. Это же очевидно. Ну фишка, видишь? Сам ты дегенерат. Фишка в том, что этот класс создал не лично я. И мне просто друг сказал, типа, создай такой класс, тебе будет легко. Я создал, поиграл и что-то забил хер. И потом. Если считай так, то первого персонажа, которого я создал, это был Хант, потом Друид, потому что у него 4 спека, блядь, я люблю собирать все спеки нахуй. Я этот, блядь. А потом думаю, увидел, блядь, какого-то ретрика нахуй. О, у него, возле него какие-то, блядь, хуйни летают. Давай я создам ретрик. А в каком году, на каком аддоне вы начали играть? ЭПК. На Сирусе. На Сирусе только дауны начинают. По факту. Вот я на Вармейне. Настоящий иностранец. Извинись. А, не, я извиняюсь, извиняюсь, пидорас. Почему? Ой, извинись еще раз, он анимешник. Ой, мастер, тебе блин, как с карты начать можно. Алиса, чем тебя размутил? Я не знаю, надо обратно замутить. У меня еще мут был? Тут колосс, если что, ходит. Машу, подожди. Колосс? Ну давай пока убьем пару мобов. Ну давай, магов. У тебя недели две в муте висело, что-то я сейчас сжалился. Зря. Ох, я бы на катаклизм вернулся. Мне как-то пофиг, потому что я испугаюсь. Мастер, поясни за Вармейн. Понял. Чё понял? Говорю, поясни за Вармейн. Я тебе пояснять нахуй, я тебя там оттуда увидел, блядь, мне хватает. Что? Я увидел, что ты с Вармейном, нахуй, так что я понял, что там все пидорасы. А, все, тогда дементи. Аргумент, сука, от бога, ёбай, блядь. Сейчас ты стул, ты ходячий аргумент, нахуй. Сука, как я не хочу воли, нахуй. Хочу чешку и зол, Плюс один. Чё, запах. Газпром, мечты сбываются.
Хочу бесового хапала. Хуепала, блядь. Типичный мастер. Хуястер. Типичный крафтер, шейпер. Блядь. Ой, хуйло, блядь. Или это уже слишком старый? Нет, слишком старый. Он, короче, когда ебется, его кости стучатся в другие кости. Он слишком стар, он уже не ебется. Удачно парализовала, возможно, блядь. Да, нижнюю конечность. Мы как-то угорали на работе, короче. С Грифаном, прикинь, говорю, мы будем в старости пить. Идем, ноги, колени трясутся вправо-влево. Такие с тросточками. Кожа обвисшая висит на лице, и лицо поворачивается вот так туда-сюда, вправо-влево, как при Паркинсоне. И сидите вовку пьяните. Такие... Мы с пацанами представляли, блядь, типа... Бар, душа, блядь, деру нахуй. И голосом блядь. Таким старческим. Блядь! Сука. Кореша, я только представляю себе со старческим голосом, его пародируем постоянно, но этого сейчас делать не буду, сори. Привет, славян! Как же? Да-да-да, типа того. Как КВН. Как это, была там сценка? Чуся на свой старыми туберкулезниками. И туберкулезница. Старая. Ну, у Алисы новая туберкулезница. Старая туберкулезница. Туберкулезница. Сука. Напишите ей в заметке это. На самом деле, Алиса для каких-то арабских стран уже старуха, которая даже ебать. Не хотят? Нет, по факту. Да не. Ну хули, 16 лет, кожа уже обвисает везде, хули. Стискали кожу? Да не может ничего там обвисать 16 лет, ничего, она прикольная. Алису спроси, она тебе скажет. У меня больше. От сидения за компьютером столь долго можно. У него обвисают на кусок песоса. Короче, на самом деле, 16 лет... И молоко с губ. Кто там просил в заметке поставить? Какое молоко, знаете? Тоже белые, так как у меня было. Алиса туберкулезница, блядь. Не меняйте это, пожалуйста. Мне нравится. Подарила когда-то пацанам букет? Очень понравилось, кста. Бедный Виби. Она не поняла, да? Он идет, кстати, колосс. Колосс сейчас... Вот он, по-моему, больной. Больной колосс. Букет не тот. Он, они рандомно. Извините, Алиса колосс. Алиса про цветы подумала? Хламидиозный колосс. Нет. Так, смотрим. Вот это да. Опа. Опа. Так. Это больной. Отойдите. Ну что у меня на... Нету болезни. А, нет, это не больной, это паразитный. Это нормальный, уж бейте. Хера ступ. Просто, да. Ну я его вылечил. Так, что там? Вылечил. Мастерство. Да на протовара. ГБ. На протовара с оверкапом. Ничего не выпадало, это был баг серва. Почему-то не могу залутать шмотку. Да, да, и добыча тоже сама менялась, да? Ничего не трогал. Вайт, удаляй видео, блядь. Какое? Я еще не включал. Все. Принт скрин нахуй. Это я включал. Лужа, надо выйти. Съебались. Мама! Лоха. Лохи. Да меня забили с пороги. Блядь. Ё-моё. Блядь, чулан, прости, пожалуйста, случайно на escape нажал. Отменилось. Ты его резал и отменил? Гореть тебе в аду. Лежи нахуй, мёртвый. Ты ему тапком поебал. Сука,
нихуя случайно. Чувана по-любому, если нет, мы тут такую вакханалию разбили. Да, чувал. Одна только... Не, его нет. Одна только Галя нас слушает. Таких дураков. Что за то, что Войтка блуп? Плюс я. Один. Плюс два, плюс три уже. Те, кто плюсанули, получают 1000 ГП. Ура, какое! Котлосы можете покинуть, я зашел. Вы почти умерли. А, Габейки первым, блин. Да, они же не знают, первый раз тут. Их три, блин. И Магану. Выбирайте любого. Костей гимн на ХП. Уиви. Ше не знаю. О, блядь, я придумал на. Джованни, ты знаешь, что ты на гимн ебанешь? Гимн, что? Ты на гимн сейчас ебанешь гимн Украины, все нормально. Да я уже ебанул, а ты зачитал. Честерс в целка, Рома. Что именно я знаю, Алиса? Знаешь, 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 добрый знаешь. Чарджился, проводился свои текстуры. Спасибо, Сирус. Ой, все в порядке. А что, тут босс не стоял, что ли? Где босс? А вот же тут... Ну там нужно убить вообще трэш, это не нужно я трэш сказал. Убить, трэш убить, трэш убить, он появится. А еще нужно за стенкой трэш убить, чтобы он не вернулся к нам. А, мне чуть пизды не дали. Ох. А где пан? Пан или пропал? Он съебался, когда РТ началось. Да хули он это там сделал? Алиса, я в душе не ебу. Спроси, кто сказал это. Все, в чем проблема? Че, все убили трэш? Пошли со мной. Все, Джованни сказал, подтверждаем. Стесняюсь. Пиздец. Че, мы убьем так этого? А что делаем? Куда денемся-то? Ты, конечно, убьем эту куклу. Сюда проходим. Любимся и женимся. Давай ты 5 надо все-таки выбивать, выйдем. Жрите рыбу, ставьте шкаф, давайте суманем всех. Будем бить слепца. Поставьте, пожалуйста, джинсы. Потом вот сюда вот отходите. Ну сейчас суману. Молодец! Вот молодец, Фэлша. Падайте на. Красавчик, чё? Вейдер. Блядь, дайте диван нахуй, сука. А что вы сделали? Во. Это нахуй. Кто? Фэлшер поставила тотем. Зачем ты тотем мой поставила? Хочешь получить по попе? Зоил пришел. Зоила берем. Зоил, 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 добрый Зоил. Да, побежали в текстуры. Надо все, чтобы умерли в инсте. Все, кто в инсте, должны погибнуть. Ладно. Подождем, пока все подохнут. Прыгайте в трэш. В любой трэш и умирайте. Мастер, зачем диван снял? Блин, зачем ты снял? Кто-то в свалку потом даст, то машина... Там еще один диван есть, на шерпистоле. Ладно, босс еще не свейдился почему-то.
придется еще дольше ждать. Потому что мудаки какие-то, походу. Да идите умрите, блять, уже быстрее. Возвращается, возвращается на микстурку. Сейчас сломает микстурку. Теперь мастеру. Боркус. Так, они еще куда-то бегут. Блять. Они еще кому-то побежали. И баба маленько. Боркус, умирай. Так, кто же? Боркус, каш. Все, походу. Так, наверное, они сывейдились. Все, шарпистул. Давайте не трогайте этих мобов. Вставалку нажимай. И давай масс-рез. А, вон кто-то бежит. Давай масс-рез. Пока рыба не остыла. Не остыла? Ну да. Вы не можете этого сделать в режиме боя. Так, тогда... Я не знаю. Тогда умри нахуй. Тогда да, умри нахуй. Умри, насекомое. Умри, насекомое. Во, хорош. Теперь кто-то шамана в вставалку. Которых так, у нас нет. Теперь вставалку нажимай, фелшер. Ты тут. Теперь нажимай массовое воскрешение. Это гайд был. Гайд по масс-рез. Вудшейпер, ты в Дискорде? Да. Можешь мне камень ебануть? Давайте с камнем. Камнем тебя ебануть? Да. Плюс один. Только в сторонке поставьте где-то шкаф, чтобы в толпе он не стоял. Дай Аспер шкаф. Точно, блядь, не моя. Кто-то смену фракции продает? Фракции? Тебе нужно. За сколько купишь? Да. Точнее, раса. За сколько купишь? Костарей 20 могу отдать. Ой, я завтра продам. Красная цена 10к. Какая красная, я, блядь, по 15 продавал. Так, бля, я продам чё. За 15к продам. Короче, завтра. Кому на левых сайтах 100 рублей. Ник, скажи мне, я Элрей. Костель. О, заебись. Я тебе когда-то писал за смену. Да. Забились. Да. Завтра. Завтра вечерком туда напишу тебе. Хорошо. Тык. Тык. Это, кстати, не особо было видно. 200 рублей аж разница. Чем на левых сайтах покупать. Чем заебумба в 4 хила. Какая разница, тут нахуй надо теперь не просто. Ты тут, принимай с ума. Зачем? Зоил. Давайте фулл баф. А где Зоил? Зоил АФКшит. Я не помню, во сколько вы тут танков были. Будьте один. Два на два же. Нет. Максимум. Ладно, надо будет напулить мобов на двух танков и потом уже босса бить. На вихре просто отбегайте, демонов убивайте и все. На 15% дадим геру. Зачем там 2 ДК танки есть? Вот столько в ДК. Ну, тогда давай самолейский. Да? Бля, я не знаю, ну давай. Блять, я отойду в туалет быстро, пока мы не начали. Кикай его нахуй. Мастер, отбегать... Герса у троллей есть? Расово. Есть. На вихре отбегать обязательно троллей, надо. Берсон, на вихре надо обязательно. Минуты, когда... На вихре надо обязательно отбегать, потому что хилов всего лишь 2. И нужно отбегать. Если вы не будете отбегать, то вас не захилят и вы сдохнете. Если вы сдохнете, то мы вайпнемся. Чек на пул. Маски будут раздавать или? Нет. Пока нет. У нас нет состава еще. Вроде как говорили, что в обычных инста не будут давать, а вот таких вот будут. На слепца я не буду давать ничего. Ну ладно. Пока что не будет на слепце ничего. Слепец очень простой. Блять, у нас магов нету, да. Ладно, давайте.
есть эти бесполезные классы нам не нужны, чтобы убить слепца. Но сука! Бежим. Кто сдохнет, 1000 гп. Блять, ну. Бьем. О, пиздец, сука. А то нет, тык эти кнопки, может быть, разбагается. Не разбагалось. Alt F4?